Геодезист — одна из профессий, которая определяющая на строительстве. И обычно геодезисты — это, ну, в общем-то, строительная элита. Поэтому мы в январе приняли решение и привлекли Московский институт геодезии и картографии, привлекли колледж градостроительства и архитектуры, там, где всегда руководитель строительства опирается на геодезиста. Это начало, основа, они первые приходят на строительную площадку, разбивки производят, и ошибка там, она крайне дорога. Поэтому очень важен профессионализм, и ребята всегда пользуются, геодезисты, в своих компаниях уважением. Кроста последние несколько лет часто обращаемся и пользуемся услугами Кроста как организатора проведения конкурсов различных. И всегда это проводится на высоком уровне. Надо сказать, что если прошлое десятилетие Крост в большей степени был участником конкурсов и при этом очень часто занимал какие-то места, то есть специалисты, как рабочие профессии в Кросте всегда были и побеждали. А вот как организаторы вы себя проявили последние несколько лет просто блестяще и получаю огромное удовольствие от работы, от взаимодействия с компанией Крост и с его сотрудниками. Большое спасибо вам от всей отрасли, в общем-то, не только от себя, от всей отрасли.